Так это у нас улица Бена Игуды. Где-то она должна перейти в улицу Аленби. Да, Бена Игуда, 37. Ну вот с этими закрытыми, конечно, такая печальная картина. Так вот. Притом такими, как в гаражном обществе. Косметика. Улица Шалом Алейхема, Рыхов. Здорово, Машлом Эх, Манишма, Машлом Ха. Машломех — это примерно как самочувствие, да, вот так. Но это к женщинам обращение, а к мужчинам машломха. Манишма — это что нового, что слышно, ну, слово шма. Ну, более распространено это. Типа манишма — это типа. Типа, как дела, наверное. Не буду. Вон справа. А не американское ли это посольство? Нарезалось. Оно где-то. Или нет, нет, они. Нет, нет, нет. Оно где-то на другой улице находится. По-моему, на этом, на Ярконе. Или на Бен.
Чунга. Чунга-чанга. Весело живем. Чунга-чанга. Водку с пивом пьем. Аптека, видишь? Байт маркеход. Он перекрестка с этим. Да. Видишь, да? Дальше. Саленби. Там на горизонте. Эдельсон. Погулялись немножко. Ножки болят. Так, неприятное ощущение в суставах есть. Но все-таки со всякими искусствами интереснее было, правда? Берут, подвозят, да? Потому что если у нас получится в следующий раз, мы, наверное, будем с экскурсиями лучше брать, да? Как это можно изъяснить? Ну, ты же понимаешь, что экскурсия — это не потому, что мы не хотим на экскурсию. Нет, я имею в виду то, что они здесь должны тише. Да, ну это надо думать, как говорится. А, ну в Стамбуле он пробует экскурсию по Босфору заказать. 180 долларов с рыбой затребовали, а мы там за 14, по-моему, да, прокатились, да? Лир. Там мы, конечно, нам об этом рассказали бы. Выходим на улицу Аленби. Переходит в улицу Аленби.